вами. Мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю, внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Бабах! Вас понял, вижу объект. Надо выделить сигнал. Корректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Что видите городскую церковь? Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю, внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Отличное попадание. На дороге противник. Вижу пехоту. Он один бежит. Вас понял. Уничтожить. Второстепенные цели. Ух ты! К ведению огня готов! А, прямо в цель. Уничтожить его. Установить радиосканирование. Может, подстрелишь его? Прямое попадание. Готов открыть огонь! Уничтожить его! Открыть по нему огонь! Получено разрешение открыть огонь. Бабах! Вон там. Получаю данные. Ты достал его. Вооруженная пехота. Выбегают из церкви. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Ты достал его. Может, подстрелишь его? Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Пламя говорит Б-6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе. Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. На дороге противник. Смотрите, куда стреляете. Следите за мигающими датчиками, это свои. Ни хрена себе. Внимание, уничтожить машину. Вон один бежит. Ни хрена себе. Готов открыть огонь! Ха, блин, полный бак, наверное, был. Ух ты. Вижу еще пехоту. Вижу бегущую цель. Отличный выстрел, отличный. Надо выделить сигнал. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Восстановление цели. Восстановление цели. Приближаемся. Нейтрализовать всех у здания. Надо выделить сигнал. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших. Надо выделить сигнал. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт.
и открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Один у той машины. Получено разрешение открыть огонь. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием. Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, подтвердите, что видите водонапорную башню. Вы имеете в виду водонапорную башню у перекрестка? Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот. Видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. У нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя! На нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Отлично. Больно, наверное. Бабах! Ни хрена себе. Так, парень мертв. И был бы мертв, промахнись ты хоть на 2 метра. Ух ты! Бабах! Приближаемся. Ух ты! Попал! Прямое попадание. Готов открыть огонь! Нейтрализовать всех у здания. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки, это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем! Уничтожить противника! Ну, они и разошлись. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Да, прямое попадание. Отличный выстрел, отличный. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Надо выделить сигнал. Бабах! Уничтожить его! Вон один бежит. Расправьтесь с ними. Вижу еще пехоту. Ни хрена себе. Нейтрализовать всех у здания. Вон там. Получаю данные. Бабах! Неплохой выстрел. Опля! Ни хрена себе. Уничтожить его. Ух ты. Восстановление цели. Ух ты! Нейтрализовать их. Отличное попадание. Пламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Бабах! Вы ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Прямо в цель. Вас понял. Неплохой выстрел. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Смотрите, куда стреляют.